Всем привет, мои хорошие. Я опять вот в такой красоте. Какой год я приезжаю в этот лес, и ничего здесь не нахожу. Но лес обалденно красивый. Вот просто не передать словами. Находится он от меня очень далеко. И я все равно сюда еду в надежде, что я здесь чего-нибудь найду. Божечки ты мои, я нашла мухомор. Да красивый какой. Я, конечно, прошлась еще не так много, но это первый мухомор. И, знаете, сюда приезжаешь, здесь на обочине даже не стоит никогда ни одной машины. В том году стояло чуть-чуть машин. Ну, в основном, вот сегодня, например, нету ни одной машины. Как в тех лесах, где я собираю грибы. То есть, где ко мне поближе. Но этот лес меня так и манит. Его проверить. Каждый раз. Скажите, красиво вообще. Но почему-то грибов здесь нет. Странно, да? Вот от слова совсем. Никаких. Вот мухоморчик один попался. И все. Но здесь очень красиво. Очень свежо. И, кстати, грибами-то, по-моему, и не пахнет. Либо я уже перенюхала их за эти дни, потому что они дома сушатся. Но, в общем, погуляю чуть-чуть. Ничего не найду. Значит, поедем в мой лес, чтобы не терять время. Хотя я и так сегодня очень поздно в лес приехала. Рассказывала, что у нас завалили гараж ветками, горэлектросеть. И вот ездила разбираться. О, есть! Есть! Он есть! Девчата, ребята, есть гриб онлайн в этом лесу. Ура! Закрываем в этом белом хе. Надо было его сфоткать. Давайте обратно поставлю. Ой. Офигеть. Есть. Раз есть один, значит, есть и еще. Значит, есть. Лесочек, спасибо тебе большое. Хоть один. Вот честно, девчат. Вы не представляете, какая радость. Хоть один. Но я надеюсь, что он не один будет. Ё-моё. Класс. И видали, какой он маленький? И, кстати, не холодный. Здесь теплее, чем в нашем лесу. В нашем лесу прям очень холодно. А здесь потеплей. Слушайте, ну может не все так печально? Может мне все-таки повезет здесь? Вон еще какой-то грибочек. Ой, какая прелесть. Хоть один, да нашла. Вы не представляете, я сюда года 3 езжу. Если не больше. Я уже даже и запуталась, сколько я сюда езжу. И так я хотела в этом белом хе, чтобы были грибочки, чтобы их здесь поискать, потому что, ну, здесь кайфово прям. И есть один.
Причем маленький. Значит, будем искать. Класс. Нашла один, а как будто целое ведро. А говорю, грибами вроде не пахнет. Ну, наверное, потому что еще больших здесь нет. А может и есть. Да, мои хорошие. Пошли в этом лесочке грибочки-то. Потому что очень много срезов находила сейчас. Уж вам не стала показывать. И вот красавчик стоит какой. Видали? Прям красотун. О, зайка. Беленькая. Беленькая зайка. Так что, и они еще маленькие, видите? И срезы были такие, не с крупных грибов. Поэтому надо сюда приехать завтра. Обязательно. Давайте посмотрим на него. Ой, здесь так тихо, так хорошо. Что на него смотреть? Он чистый. Он чистый. Ну, два малыша нашли. Мы не злодеи, но мы будем прятать. И погуляем. А чё? Ну ладно, уже не зря приехала. Столько лет я их здесь ждала. И наконец-то они здесь пошли. И здесь теплее. Они здесь только-только начались. Видите, все маленькие пупляточки. Так что будем искать. Вон еще какие-то грибочки. Не знаю их. Эти я не знаю. Ну, кто-то ходит. Вон они, которые я не знаю. Раз срезы есть. Ну, наверное, я не знаю, пешком, что ли, приехали или на автобусе. Потому что машин-то нету ни одной по дороге. Может, в лес заехали. Фу, красота. Как они здесь маскируются. А? Как они тут маскируются, красавцы. Опа. Закрываем лунку. Вот так. Не каждый день ведрами носить. Можно и просто погулять. Вон он, зараза, чуть не съел наш гриб. Там у тебя что еще? Мамка сидит? Нет. Все. Красивый какой, да? Обалдеть. Вот так. Говорю вам, вроде как будто бы люди ходят. Как они сюда попали? А вот дорога. Вышла я. И здесь такой смешанный лесок. Березки. В общем, смешанный. Пока дорогу слышу, пройдусь чуть-чуть по ней. Я имею в виду общую дорогу. Потому что моя машина стоит на дороге.
И машина сейчас проехала. Здесь белый мох тоже еще вижу лес. Поэтому чуть-чуть здесь прогуляюсь. Интересно. Красиво. Вон там остается березовый. Я пойду обратно в этот бор и туда ближе к дороге. Наверное, поеду все-таки я в свой лесочек, а в этот, может, приеду через пару деньков. О, масленок стоит. Ну не уезжай, говорит, походи тут еще. О, и не один, ё-моё. Сразу и не заметила малышей-то. Чё, возьмем? О, еще вижу. Вот это я вышла. Ай да молодец. Чистый. Берем. И эти берем. Вон, утки крякают, как здесь тоже. Тоже берем. И этот берем. Чистенький. Он еще прибавляется чуть-чуть. Не все-то так и плохо в этом лесу. Уже не пустая. Здорово. Класс. Ну, прошвырнемся, значит, и по этому краю. А потом пойдем в белый мох. И ближе к дороге. Я пока вижу там просеку. Вырубку. Машину уже слышу очень плохо. Пока маслятки собирала, по сторонам смотрела, говорю, здесь папоротник высохший стоит. Обычно в папоротниках тоже есть грибочки. Говорю, дай зайду. Прям по краешку. И уже вон вижу мухоморов сколько. Может, мне повезет здесь и на грибочки хорошие. Смотрите. Вон она. Всякие разные. Мухоморчики. Вглубь леса, конечно, я не пойду. Ну, здесь с краешку чуть-чуть пройдусь. А вдруг? Опа! Масленок вижу. Ой, сейчас, мой хороший, нож достаю. О, какой богатырь! Уже не зря зашла. Тоже мох чуть-чуть белый здесь. Ягель. Вот знаете, без вас нельзя. Вы мне помогаете, между прочим. Резала маслятки. По одному попадалось. Говорю, да что я? Один польский нашла. Вот. Говорю, что я без девочек-то моих, красавиц, тут собираю. Пока включала камеру,
Еще нашла на слядке. Бабушка попалась. От машины вам, говорю, проезжала. Говорю, нашли что? Она говорит, нет, дочка, ничего нету. Я говорю, так вон они под листиками стоят. Их и не видать. Тут листики нападали. Их и не видно. Прячутся. А то и под елочками вон прячутся. Может, рыжиков найду. Может, мне повезет. Главное, машину не потерять. В итоге, то я тут куда-то забрела. Сама не знаю, куда. Ну, лес такой, знаете, мне всегда здесь хотелось гулять. Но здесь никогда не было грибов. Я вам сказала, да, вначале-то? Вот. Сейчас вон смотрю. Нет-нет, понемножечку. И попадаются. Вы мне кричите, если я проглядела. Ну, конечно, я уже потом не найду. Но вы так, мысленно, мне хоть помогайте. Я прям чувствую, как вы помогаете. Поэтому начала находить грибочки. Если честно, у меня сушилка битком. И думаю, что за сегодня, ну, грибы не высохнут. Поэтому сегодня хочу набрать грибов, но не так много, как вчера. Поэтому, наверное, все-таки я погуляю здесь. Думаю, что я найду потом свою машину. Вон еще поганочки стоят. Потом еще вернусь в тот белый мох, погуляю. Интересно, как они сюда заехали. Надо проведать эту дорогу и тоже, может, сюда заезжать. Вышла с того леса. Иду ближе к машине. И вот он, красавчик. Смотрите, они здесь только-только лезут. Вот прям только. Совсем малепуськи. Ага. 4 суперских гриба нашла. Маленьких, самое главное. Да? Вот. Ага. Уже не пусто. Ну и не густо. Ну ладно. Мы же еще не дошли до машины. Лес мне этот всячески показывает. Машина где-то уже рядом, вон прям слышу. Машина. Всячески мне показывает. Есть грибочки здесь, есть, не расстраивайся. Ну не расстраиваюсь, не расстраиваюсь. И они здесь только-только вылазят. Так что это хорошо. Он еще. Видали? Я же вам говорю. Опа. А, ну да, его кто-то сбил. Видите? А я нашла. Класс. Машина где-то сигналит. Заблудился, что ли, кто? Сигналит где-то в моей стороне, где моя машина стоит. Спасибо тебе, лесочек, за эти грибочки. Долго я ждала в тебе. Так, пошла-ка я к машине. Посмотрю, кто
кто там сигналит. Ё-моё, тут грибы попадаются начали. Сбегала я в ту сторону, встретила девушку. Говорю, кто там сигналит? Она говорит, да человек потерялся, не в ту сторону ушел. Ну все, я вернулась обратно в то же место, где только что нашла грибы. И вот, пожалуйста, еще один. Видали? Уже такой мощный. Офигеть. Сейчас мы тут полазим. Три штуки в одном месте. Ну, не считая то, что он двойной. Да? Это уже улов. Награда. Не хочет меня лес отпускать. Ты, говорит, так долго ждала. На тебе грибочки. Спасибо тебе, боровичочек. Такой, блин, там нервный человека какой-то. О, красавица. Иди в корзинку. А я еще тут пошурудю чуть-чуть. Говорю же, пошурудю еще маленько. И вот он, красавчик, ждет меня. Ой. Вот он, красотон. Красотон. Вот такой зайчушка. Ну вот я и дома, мои хорошие. Не сказала число. Сегодня у нас 7 ноября. И это Владимирская область, Собинский район. Мой улов на сегодня. Ну не поверите, я безумно рада этому улову. Потому что я вам уже много раз говорила, что этот лес очень давно спит. А теперь он просыпается. Посмотрите, какие куклятки. Завтра я туда не поеду, а в воскресенье съезжу. Сейчас посмотрим. Вы считаете, сколько я тут насобирала их? Это последний, по-моему, был. Красотун вообще. Уже такой большенький. Ну, все маленькие все равно. Вот как ни крути, все малыши. Вот такой беляшек даже попался. Так что, слушайте, ну боровичков-то все равно, ну, конечно, трудовые. Мама дорогая, прошла я немало, чтобы их найти. Ну и вот в самой даль, куда ушла, я нашла там маслята. А все вот эти боровички я нашла. Этот вообще, видите, какой сросшийся. Эти все нашла вообще в начале леса. Ну, а здесь что? Здесь маслята вот польский раз. Парочку польских должно быть. Нет, один, что ли? Нет, должно быть парочку. А, вот еще один. Все, остальные маслята. Да. Два польских. Польские тоже какие богатыри, да? Прям вообще. Ну, а это маслятки. Такие классненькие. Спасибо девчулям, кто подсказал, кстати. Действительно, когда они чуть-чуть с леса полежат, подсохнут, они чистятся гораздо лучше. Мои хорошие, еще раз повторяю, все ваши комментарии читаю. Спасибо вам за все подсказки, за, ну, за все, да, что вы пишете, там, рекомендуете. Я все это читаю, все принимаю во внимание. Но не всегда отвечаю. Все такие прям вот классные маслята вообще. Поэтому пишите. Я очень рада. Вот вечером сейчас все сделаю. Загружу все видео. Отвечу всем девочкам в ВК. И сяду читать ваши комментарии. Как всегда. Ну, неплохо. Ведро, кстати, у меня это большое. 12-литровое. Вот. Ну и вот наш улов. Красотулик. Я очень довольна. Несмотря на то, что вот так мало все равно нашла.
Все, всем спасибо и всем пока-пока. Завтра я еду опять за грибами.